Это, конечно, не Бразилия, но атмосфера здесь царит действительно футбольная. В Иванове на базе стадиона «Автокран» состоялся турнир по мини-футболу среди подростков. Участники – три команды по 5 человек в каждой. В основном школьники, которым нечем занять себя в летний период. Мини-футбол для них – качественная замена интернет-досугу. Кроме игрового азарта, участники и победители состязания получат подарки. Данный турнир у нас организован с целью организации досуга школьников, которые не заняты в летний период времени. Может быть, кто-то потом поедет в лагерь, кто-то будет трудоустроен. Но в настоящее время для того, чтобы организовать их досуг, вот, проводим такой мини-турнир по футболу. Призы будут, вот там у нас концтовары есть, сладкие призы есть. То есть это все по окончании турнира мальчикам будет, призы вручены будут.